ребята, и следующий на сцену готовится выходить группа из Днепропетровска, которая была основана в 2014 году в августе, как дуэт Антона Сасюка и Германа Дунаева. Но больше 3 месяцев ребята находились в поисках полного состава группы и приехали сюда уже в полном составе. Это группа «Резерв город Днепропетров». Ваши бурные аплодисменты, друзья, как прекрасно, что мы сегодня 17 мая. Во сколько нам вечера можно наблюдать полный состав группы «Резерв», который так долго собирался и наконец собрался для того, чтобы сегодня разорвать ваши души, ваши сердца, порадовать вас и нас своей музыкой. Ну что, ребят, просим вас на сцену, разрывайте наши сердца, удивляйте своей музыкой, собственно, жгите и все наши бурные аплодисменты для группы «Резерв». Ваши бурные аплодисменты! Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Герман, мы группа «Резерв». И как обычно, мы начнем с рок-н-ролла и закончим панк-роком. Первая песня называется «Рок-н-ролл». Скажет, хватит.
борьбе человека с внутренними принципами называется «Раб или герой». Yeah.
любимая жена. Следующую песню я тоже не написал, но она каким-то образом есть. Песня называется «Моя девушка панк».
Спасибо. Следующая песня называется «Люблю смотреть в небо». Молодежная ночь.
Ну так уж она называется. Называется она «Неудачник». Спасибо, Леночка. Давай свой.